заключительных сериях сериала «Истребители. Битва за Крым». Кириллов продолжает поиски шпиона-наводчика и диверсанта, работающего на немцев. Наступление на Крым будет поддержано всеми силами и средствами ВВС, авиационный полк в Анапе. На новых истребителях Як-9У должен обеспечить штурмовой авиации возможность беспрепятственно нанесения ударов по позициям противника. Но пока немецкий радар в районе Керченского полуострова не уничтожен, фактор внезапной атаки исключен. Летчикам-истребителям необходимо нейтрализовать радар. Посмотреть заключительные серии вы сможете 8 мая на телеканале «Россия-1». Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.